которые не знают. И таких тоже очень много. Но те, кто знают, они ничего все равно тоже еще не делают. Им тогда нужны курсы, консультации, дальше двигаться. Они уже все изучили, им уже надоело слушать следствия, причины и проблемы других. Ну тогда надо дальше двигаться, кто знает, и заниматься уже курсы, консультации. Нет, офлайн я не провожу. Нет. И я вас благодарю, Света, что пишете, девочки. Пишет Света, устала от отношений. Ну, вы не от отношений устали, а от того, что делаете ошибки в отношениях из-за незнаний. Вы думали, что возраст вам прибавит знаний. А мы же, знаете, то в садик, то школа, то институт, а потом уже на работу. А вы сразу прыгнули в отношения без вот этих этапов. А нам надо курсы, консультации, эфиры, как садик. У нас получается школа — это консультации, и курсы — это уже как институт отношений. И просто нет такого места, где учатся отношениям. А и для этого есть психология, есть именно психологи про отношения, специализации. Если вы пойдете к психологу другого направления, ну, если мы разные, да, направления у нас разные, то он может вам не помочь в отношениях. Главное, если проблемы в отношениях, или хотите нормальные отношения, или улучшить отношения, или замуж выйти, надо прям обращаться к тому психологу, который занимается этими вопросами. Я работаю с сепарацией с родителями, детско-родительские отношения. Я работаю с запросами самооценки, любви к себе. Работаю с запросами про отношения, друзья. Абсолютно верно, возраст совершенно не добавляет разум, а только многосторонний опыт. Но если женщина не учится, не проходит терапию, курсы, то ее учит жизнь. Но жизнь дорого берет. Потом дорогие антидепрессанты. Опыт, знаете, сын ошибок трудных, но женская жизнь, психика детская, она очень быстро ломается. И жизнь, она никого не щадит, особенно женщин. Она мужчин ломает, а женщин тем более, понимаете? Поэтому если вы хотите, чтобы не жизнь вас учила, а учиться мягко, безболезненно, без болячек, без проблем, без страданий, то надо тогда приобретать курс и учиться на курсе мужской психологии. Изучать мужчины разные. Почему надоедают отношения? Выбираю свободу. Вы контрзависимая. Ваши страхи, вы не знаете мужскую психологию, а вам нужно изучить психологию, изучить типы мужчин, изучить свою роль в отношениях. Надоедают вам не отношения, друзья, а вам надоедают некачественные отношения. А вам хочется, правильно, здоровых, нормальных отношений. Вот кому хочется головой нормальных отношений. А в душе негативные сценарии, которые надо прорабатывать на курсе. Там есть уроки, теория, практика. Это нужно время, девочки. 30 дней на курсе минимум надо заниматься. Учить уроки, конспектировать. Я серьезно. Если вы хотите хороших результатов, надо потрудиться. Просто так знать причину не сработает. Если вы знаете причину целлюлита, но дальше продолжаете делать то, что делали, переедать или еще что-то, то он никуда не денется. Мало знать, что там какая-то, почему, какая проблема. Надо знать, что вы уже хотите это решить. Оксана пишет: спасибо вам. Жизнь очень хорошо научила, это очень важно, тяжело. Сейчас девочки умнее, потому что сейчас, ну, как бы интернет, психология, они много слушают. Но половина девочек, которые даже знают, они не делают, дальше не двигаются, они застряют на этом этапе. Надо девочки, ну, дальше двигаться, делать и работать со своим внутренним миром. Спасибо, Сашенька, за конфетку. Шоколадные сердечки мне очень нравятся. Благодарю, Александр, что Алексей, что делитесь трансляцией. Тапайте по экранчику. Благодарю. Спасибо, Александр. Радуете меня. Какие у нас хорошие мужчины в эфире. Эфир для женщин, а мужчины приходят и радуют нас. Внук просит внимания. Ну, у внука есть же родители, правильно? А что он у вас, как от матери, просит внимания? Так. Иногда бывают настолько травмированы женщины, что им одного курса недостаточно.
бывает целлюлит пятой стадии, она проходит курс, я вот проходила когда-то 3 месяца курс занятий, и мне недостаточно было. Целлюлит даже не растворился полностью. Тогда надо больше. Чем больше у вас, чем больше, тем больше проблем, тем надо больше заниматься. Кому-то, девочку, у кого-то он ошибки. Она поубирает на курсе ошибки, полюбит себя, проработает себя, начнет нормально себя вести, как женщина, прокачает себя. Кому-то, вот, например, женщины, которые занимаются внешностью, им в 2 раза легче на курсе уже будет. А кто-то даже внешностью не занимается, ей надо в 2 раза больше на курсе работать, потому что надо подтягивать и физическое тело, и психику. Ну, то есть, чем больше вы будете со временем в проблемах, тем надо дольше будет работать над собой. Психология тоже так же время надо заниматься, друзья. Так. Как научиться доверять мужчинам после измены? Вам нужно научиться с нормальными мужчинами строить отношения. Как вам такая идея? Доверять мужчинам после измены — это плохое такое направление вектора. Он ни к чему к этому не приведет. Это приведет к тому, что будут все равно мужчины, которые будут изменять, и вы каждый раз будете лбом об стенку биться. Это поменяйте, пожалуйста. Нравится вам такая формулировка? Научиться понимать мужчин, научиться. У вас доверия не было и до этого. А измена — это следствие, что вы не умеете строить отношения. Выбрали партнера, который вам не подходит. Может, он слабый напередок. Есть такой тип мужчины. Есть такой тип мужчины, у него член дымится, гормоны, там, сперматоксикоз, а вы его выбрали, потому что не знали, что есть такой тип, или вам нужно срочно замуж было, или вам нужно было, у вас тоже был какое-то сексуальное слияние, вам хотелось секса, да, неудовлетворенность в этой сфере. Оксана все смеется и смеется, Оксаночка. Рада, что вам с девочки поднимаю настроение. Вам нравятся эфиры, друзья? Еще немножко с вами побуду. Давайте поактивничаем.